Роковой погрузчик Купекс. Германия. 2005 года, отличное состояние. Обратно руль. Одни руки, наработка 9000. Дима, выверни у него колеса. В любую сторону полностью выверни. Поворот, да. Просто колеса выверни, я поснимаю там внутри. Чтобы все чистить. Обратно выверни. Наработка 9000. Это у него рычаги управления. А тут каким рычагом чего делать? Вот это вот сама база двигается, а это для вилла. Один рычаг подключен. Подними его полностью, я туда еще покажу. На мачте наклона нету, потому что и давай мачте тебе.
25 тонн. А ты задом-то, наверное, поедешь. Ну, давай, да. Давай уберем лучше, чтобы... Доляна уберу. Привычка к нему нужна. Так, я вот Дима первый раз сел, смотрел и сразу поехал. Себя уберет и поехал. Вилы нужно сдвигать, так-то бы взяли и камень 3,5. В следующий раз, наверное. Сейчас как подготовку сделаем. И будем уже и большой камень брать. Видео записываем. Вы поднимали что-нибудь? Да, вот этот камень. Он пятитонник, так-то и твою машину можем поднять.
Опа. Погодь, погодь, стой, стой, стой. Откуда она? На скорость не влияет. Это, наверное, ребята что-то разбирали. Не, заводи его сюда, мы же не фоткали. Фоткать, фоткать. Дима, поставь посередине. Поближе сюда. Колеса выверни только, колеса выверни. В любую сторону. Да, немец. Состояние хорошее. Девять тысяч наработка. В одних руках вот погрузчик. Thank you.